Визит патриарха Кирилла в Китай, на мой взгляд, это очень удачная идея, и она была удачно реализована и в правильное время. У нас сейчас явное сближение с Китаем, оно продолжается, происходит не быстро, но последовательно. И, конечно, добавить к этому еще один важный элемент, то есть правильное позиционирование православной идеи на китайской территории очень важно. Харбин, напомню, был всегда русским городом, он так создавался, его строили русские. Там в свое время в Харбине были десятки православных храмов, сейчас остался один, может быть, два. Вот возродить все то, что было неразумно потеряно в прошлые годы, это очень важно. Никаких революций с этим не будет связано, но это ведь посев на будущее. Это будет работать и принесет плоды через десятки лет. Но большой путь начинается с первого шага. Этот шаг был удачным.